Здорово всем подписчикам игромании, с вами Резан и Революшен. Здорово, ребят. И мы продолжаем играть в Call of Duty Black Ops 2. Сегодня мы будем играть в режим зомби. Я думаю, это будет нереально круто. Ну что ж, у тебя тоже планета крутится красненькая, да? Да, очень красиво. Музычка вообще шикарная. Так, да, менюшка крутая. Так, ребятки, я буду сейчас первый раз играть. Поэтому... посмотрим, что из этого получится, в общем. Так, что это у нас тут? Это колесо с черепами. Слушай, тут три карты. Автобусная станция, город и ферма. Куда пойдем? Куда хочешь. Блин, я не знаю. Тут, в принципе, все круто выглядит. Где бы ты хотел? А тут еще четвертое что-то изображено. А может... а у их всего три, или они потом еще больше откроются? Да, я не знаю. Я вроде на трех только играл раньше. Так, тут настройки поиска. Ну ладно, давай город, в общем. Выживание пойдем. Давай город. Посмотрим, найдет там хоть кого-нибудь или нет. Green Run. Город выживания. Все разрушено. Куда это ты? Хотел выйти, да? Кинуть нас? Давай, ждем. Почему ты так подумал? А что, нам не нашло, что ли, игроков? А, во, глянь. Ищет, смотри. Хаджура и Сидрон. Как некоторые поняли, здесь, походу, уровень изображается в виде косточек. Косточки? У меня одна косточка, видите, я вообще нуб. Ну, давайте. Я тут вторую, смотри, скоммунизил еще. Я готов. Джедрон готов, все, начинаем. Все? Не Джедрон, а Сидрон. Сидрон, здорово, ребята. Не здоровается. Тебя не слышно было. Музыка, глянь, слушай. Музыка, да. Это ж мафия вторая, слушай. Мы, походу, не... мы сейчас не Call of Duty играть будем. Мафию. Найдем Джо и воскресим его. Так, давай. Он же не погиб. Опа! Давай. Понеслась! Вошел в игру, все. Ух ты! О, что это такое? Че тут все? Ничего себе, горит все. Ребята. Ау! Ау! А мы типа люди в черном, я понял. Man in black. О, глянь, чувак в воздухе висит, смотри! Ты это видишь? Это Нео, смотри, это Нео. Ай, мне жопу подгорает. А чё, как... вот там, опа. Что это такое? Вылазило! Глянь, режем их. Режем, сука. Чувак! Блин, ты знаешь, что в этом... это минус в том, что за него будет больше зомби появляться. А он там Нео, в каш... смотри, он... А, все, он отлетает. Ау! Мы не сгорим на огне-то, слушай. Нормально. Нормально, мне кажется, сгореть можно. Город разрушился! Так, надо посмотреть, где что покупается, слушай. Могильный камень, что за фигня? Что? Могильный камень какой-то. Так, вот она пуха здесь, дробовик Олимпия. Прикольно. Так, иди сюда. Как ты покупаешь? У меня нету... А, вот. Да бабки, иди сюда. Давайте посмотрим, где что покупается. Так, здесь у нас какой-то подарок. Гранаты липучки. Смотри, офигенный касса. Можно на кассу закинуть? Нельзя, пойдем дальше искать. Всегда мечтал быть кассиром. Тихо. Ау. Это что у нас тут? А, ну это я помню, да. Ау. Почему здесь так сделано, что мы сгораем? Какие-то трещины. О, смотри, глянь, ну... ага, парень долетался. Он, наверное, добегался просто. Давай, поднимай его. Ну, блин, где что еще покупается? Пошли искать. Так, ты дверь открыл. Смотри, вот я нашел. Почему не могу покупать? У меня 800... А вот... сколько у меня бабла? 890. М14 хочешь? М14? О, давай, слушай. Так, здесь у нас... электрокастет 6 косарей стоит, слушай. Это жесть. Пошли, покажи. Надо автоматы. Ну, отойди. А, М14? Давай, возьму. Пока, в принципе, можно без него обойтись. Режь зомби. Первые 2-3 волны, их можно свободно да, резать. Нормально, патроны. Здесь, почти, в принципе, то же самое, что в первом БО. Жердана нужна. Вот, я помню, это в ваншоте, да, можно? Ножок. А что ты помираешь, вечный парень? Я ему укол, короче, ванус. Я ваш доктор. Жопа горит. Я вообще их режу на изичи, господи. Хотя бы 5 волн мы должны уж точно продержаться. Вау! А чё? Это какие-то арабы, слушай, зомби-арабы. Аллах Акбар! Аллах Акбар. Вот с такими бы звуками не взрывались еще. Ой-ой-ой-ой-ой, горит. Иди сюда.
Давай пойдем. А, подожди, зомби сзади. Фига себе, у них глаза светятся. Так, иди пуху себе купи. Нет, я... У тебя 700, она 500 стоит. А где, что? Да вон там, М14, где ты был. О, гля, слушай, тут наверх можно будет подняться. Есть лестница. Пошли наверх. А что здесь? Я слишком жирный, чтобы прилететь. А, вот дверь, ладно, открываем, заходим. А, тут дверь, ты что? О, гля, пуха, иди сюда. О, М15. Тысяча. Блин, бей зомби, тебе деньги нужны. Что так много? Что за цены такие большие? Восстанавливать барьер, если его ты делаешь, что тебе деньги добавляются. Да, ну я играл раньше в эту игру. Ты что вышла? Гля, ломает! Тебя сзади убивают. Ты чё? Еще одна сзади. Эй, парень, успокойся, парень. Ай, меня немного... Он тебя это ударил, да. Лол. Ты то, тебе тоже анальный укол? Поцарапал меня. Максимум патронов! Ой, голова отлетела. Так, о, гля, музыка играет. А можно как-то... Джаггер Фанта! Ого, я типа крутиться буду там. Пошли, поднимем нашего, он упал. Парень, да как они погиб... Ай, я упал. Если он умрет, мы же проиграем, типа. Давайте вместе держаться, слушай. Это, чувак, ты где? Свистни нам. Хаджура. Я его поднял. Пошлите с нами. Меня слышно вообще в игре? Не, не слышно. Не слышно? Подожди. Вроде нету. Есть тут... нету. Есть. Тем более тут вроде американцы играют. Где-то. Голосовое сообщение, Caps Lock, я ж нажимаю. Блин, а что ж такое-то? Европейцы же играют, забыл? Откуда ты знаешь? Потому что в чат, смотри, цены. Может, русские. Так, у меня 1000 денег. Пойду возьму вместо пистолета. Русские бы там написали, спасибо, чувак. Меня хабары, я не знаю. Хабары. Водки. Пару медведей тебе одолжу. Ты это слышишь вообще? С земли лезет, глянь, паскуда. Чего они так орут, как будто это, в жопу чуть засунули. Как будто режут его, да? И больно им. Куда по... А, пистолет ему вообще по барабану уже. Где оружие здесь? Как я понял, они заходят в эту лаву, они горят, и когда их убивают, они взрываются. А, ничего себе. Нас сейчас убьют всех. Не знаю, спасай. А чё вы там отъехали уже? Вся надежда на тебя. Сейчас спасу, подожди. Это что сейчас было? Ты это слышал? Кабум это было. Кабум. Парень, я понимаю. X2. Блин, я сгореть могу в огне. А, не, он вот. Лайнячков. Вы поднялись? Куда вас подняли, да? Бабки сейчас поднимать будем. Слышишь? Давай пока X2, надо это апать. О, ящик волшебный, вот это вот тема. Где так. Ты нашел? Ну-ка покажи. Да наверху там. Я хочу наверх. Слышишь? У меня есть деньги. А, отвали, он огненный. Не, у меня пока с пухами нормально. В принципе, МП5 и М14 неплохие. Неплохая тема. Ага. Он пытается что-то сказать нам. А где ты нашел Рязан? Да скажи. Вот здесь. Иди сюда. Вот, я по лестнице поднимаюсь. Ага. Ты чё, баба, успокойся. Ага. О, великий рандом. Ну что там у тебя? Ножик! У меня. Бери ножик! Великий гейбовский нож, я возьму его. Это ага. Из контры ножик. И, типа, я теперь это в ниндзя превратился. А чё, он сильно вообще, не? Не знаю. Я вот. О, пытаюсь... гля-ля-ля-ля, нифига ты крутой! Ой, сзади! Откуда он там? Убей его! А? Чё за. Откуда он взялся? Вот это фигня. Максимум! А! Они сверху вон они. Там наш упал снизу. Смотри, надо защищать я его. Силой мысли поднимаю барьеры. Нормально, тут видно. Кто-то умер, слышишь, понимай. Сзади тебя там толпа зомби, я их переагрю. Не, я отъезжаю сейчас. Блин, я упал из-за огня. Инстакил, ребят. Давай, Revolution. Я бегу. Лиза. Бомба! Фига себе, кто это озвучил вообще? Прикрывай меня. У меня, кстати, больше всего бабла. Да ладно. Давайте наверх! Чего это у тебя? Цитрон. У меня больше.
Че он АФКшит? Как он такой престиж вообще апнул? Слушай, кстати, через огонь можно прыгать. А, все, он ливнул. Блин, с рандомными, конечно, играть. О, МП5 возьму. Возвращайся в ту комнатку, где рандом, слушай. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, тут ребятки напали. Давай, я прикрою тебя. Реально, слышу, как арабы взрывают. Давай, беги, 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 пукат горит. Иди в баню. Так, опять очередной. Ну-ка, упал. За тебя, алё. Ау, алё, я тоже упал. Давай, давай, реанимируй, реанимируй. Прикрываешь. Давай, прикрывай, я поднимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Ну, ёб мою. Перезарядка. Слушай, тут же гранаты есть. Резан, беги, поддайся. Раундов пережито 6. Вот это жесть. Ну втроем тоже как бы, знаете. У меня хоть играть. Не, ну здесь, чтобы нормально выживать, нужно как бы тиму собрать, правильно ж? Чтобы все четверо в скайпе сидели. Ну это не обязательно. Главное, чтобы люди не ливали. А, ну и вот. Главное, чтобы хоть что-то знали. А то он АФКшит стоит, то еще что-то. Слушай, как в воздухе находится. Ну что, кикнем? Зачем? А, во, глейзер, глянь, у него какой крутой значок. Ну давай попробуем с глейзером, что. Давай, может, парень не будет в воздухе. Да? Глейзер, ты вообще нормально играть умеешь? Да тебя не слышно, я тебе еще раз повторяю. Блин, а как же, а написать можно вообще? Ну ладно, давайте, попытка номер 2. Первый раз мы продержались 6 волн. Слушай. Ну я говорил, хотя бы 5 продержимся, уже будет хорошо. Немного изучили карту. Я тоже раньше такие карты не видел, когда играл в первый раз в этот мод. Совсем другие карты. Тут надо копить денежки первым делом на пухе. 2 слота мощных оружий. Вот, а потом копить деньги, чтобы открывать двери и двигаться дальше. Так, слушай, у меня, наверное, залагало опять, да? Не знаю. Нормально? Не знаю. Долгая загрузка текстур, что-то тут, ребятки, бывает иногда подглючивает, скажем так, да, загрузка. Да, у меня тоже FPS проседал. Попитается язык. Резан, давай. Походу я не загружусь, слушай, у меня загрузка текстур. Все тебя ждут. Мои текстуры решили не загружаться. Текстуры не хотят, чтобы ты играл в Black Ops. Давай, приглашай меня, я зайду. Да, я гружусь. У нас уже такое было, ребята, мы пробовали играть. Вот, не получилось из-за ошибки. Ну, выйди. Я не могу, понимаешь? Не можешь? Не могу. Я смотрю на экранку окровавленную, картинку окровавленную. А, вот, все. Долго Блю? Очень загружал. Да, что-то черный экран сейчас нормально будет. Все, вот. Поехали. О, теперь мы эти. Кто? Как их называют? Ученые. Да, ученые, будем изучать сейчас. Опять он АФКшит, да что такое? Парень. Давай его убьем нафиг. Парень. Блин, Friendly Fire нет. Парень. На, скотина. Все, короче, мочи. Давай ему отстрелим стрелу хозяйку. Борзая баба. Глянь, как они умерли, слушай. Ребята. Обнимашки. Надо наоборот, ребятки. Наоборот. Мужчина сверху, женщина снизу, ладно. И такое видели. Да ладно, что ты там видел. О, слушай, иди сюда, тут еще есть проходы всякие. Да, тут какие-то, знаешь, прыжки через лаву. 4. По скакушке. В принципе, да, лава это, конечно, жопа. Вот смотри, иди сюда, как... Вот... Как через эту щель я могу попасть в эту гребаную лаву? Вот как? Каким образом? Воу! Бомбанул. Ничего себе! Как сюда зайти вообще? А можешь заоткрыть дверь? Слушай, я хочу туда попасть. Так вот же есть. Нет. Да откройте дверь кто-нибудь. Да вот не запрыгивает, слушай. Короче, этот АФКшный, давай фиг с ним. А можно кинуть? А он его выкинет. Выкинет, а выкинет. Нам нужно 1000 накопить, чтобы зайти вот сюда, слушай.
пускай умирает нафиг. Да, пусть. Зачем ревайвишь, алё, парень? Вот он зашел, блин, понадеялись на него. А он АФКшит. А можно туда? Вот тачку допустим. А вот на эту? Нельзя. Иди тут вообще заходить. Иди сюда, тут еще есть пухи. Вот, смотри, что нашел. О, сколько стоит? Олимпия. Давай, возьмем. А, Олимпия. Нормально. Там сколько у нее зарядов? Два? Ствол у меня большой. Так, да, мы тут уже проходили, я запомнил. Угу. Парни отстреливаются. Да он зомби пока режет. Ну, Олимпия тоже, знаешь, себя хорошо показывает. Пока рано дверь открывать, надо оружие достать. Все, он покидает игру. Ну и ладно. Не хочет, как хочет. Не, вот в зомби вообще с друганами самое то зарубиться, согласись. Короче, что я открыл дверь. Открыл, ну-ка, где? С вас другая дверь будет, ребят. Хорошо. Все, а! Блин, а где? А, наш в рандомном месте всегда, господи. Да, я считаю рандомно. Я понял, где можно ходить. Мне надо пуху, слушай, а то, блин, скоро зомби пойдут мощные, а у меня какая-то фигня боссная. А, вот же дверь. А, какая боль! Вот, смотри, дверь за 150. Все, я открываю дверь. Здесь, походу, будет ящик. Скажи, если ящик будет. Он волшебный. Ящик. Ящик. Есть? Здесь. Я ищу. Нет, нет. Не в этот раз. Чё, совсем не то? А где вот найти этот ящик? С трех ударов зомби ложат стель. Я больше не знаю, где ящики есть. Во-во-во, Грань бежит. Ай, ты чё? Больно. Слушай, может здесь откроешь дверь? А, вот, смотри, дверь еще. Тысяча. Есть у тебя тысяча лишняя? У нас чел упал. Ладно, я беру пух, потому что зомби уже сильно пошли. Пошли спасать нашего другана. Братишку. Ай-яй-яй. Данушка. Давай, где? Поднимаем, он хоть нормально играет. Фига себе, они взрываются. Как будто жопы лопают, знаешь. Террорист. Это вот что бывает с горящими пуканами. Не играйте в топы, ребят. Максимум патронов. Идти от каждого проигрыша вот так же взрываться. Опа! Подбираем, подбираем. Ааа, я горю! Блин, плохая была идея. А, слушай, я сейчас заползу, заберу. Да ты доползешь, слушай. Да подожди, надо забрать штуку. Сейчас заберу. Все, они сейчас все сгорят. Хорошо, и монет. Х2 надо будет. Ау! Смотри, ау. Вон что-то еще. Давай, сейчас поедем. Подожди, там есть ящик, видишь, не? Я знаю, где открыть можно, слышишь? Вот, вот, вот здесь. Наверху? Нет. Нет, не здесь, где-то дверь находил. Вот здесь, монет. Давай. Вот давай здесь. Да, ай. Господи. Подгорай. Вот здесь, да. Давай найдем. Есть ящик. Так, тут у нас Пастракола. Вот ее открыли, слушай. Есть тут что-нибудь? Ни хрена тут нет. Дверь, это не по идее. Ломать я не могу, это сейф, ячейки тоже. Эх, у нас Х2, мы потеряли все очки, блин. Да, мы потеряли Х2. Вау, они какие лютые. Не, если честно, вот режим зомби в БО, это лютая тема, согласись. Что я взял? Это инстакил. Вроде ваншотить можно с ножа всех. Не, это ты их голову убиваешь всех. Наверное. Да, с ножа, не с ножа. Вот подойди с ножа, кого-нибудь за ней. А, с одного удара, типа, да? Ага. Оу, вот это круто. Слушай, надо это реализовывать. Инстакил с даблкиллом, ой, с дабл очками. Еще отлично заходит. Че, ящик так и не нашли? Не, я, кажется, знаю, наверное, наверху. Иди сюда. А где? Вот здесь. Слушай, у тебя больше всего бабла. А, у Хаджура. Хаджур! Блин, давай ему напишем. Так, иди, вон, иди. Ответ, подожди. Нет. Иди к нам. Открой двери. Блин, у него бабла сколько, посмотри. А, ты уже открыл, да?
Я нет. Он открыл уже всю. Где? Покажи мне путь, дорогу. Отвалите, отвалите! А, я упал! Да, на ящик нашел путь. Я наверху упал, помогайте. А что ты там забыл? Вот, блин, ну я не ожидал, что зомби настолько так упадут ко мне. Давай, я вижу тебя. Уроды. Ах ты, иди су... Фига себе на горжечно бегает, куда пошел? Походу я до тебя не дойду. Походу давай наверх. Да ребят, не... ребят, я отъезжаю. Не... Ну спасайте, ну ребятушки. Лизан, не можешь. Свои проблемы, понимаешь? Ребята, умираю. Ну пожалуйста. Ну я... О, там этот еще упал. Не, ну это все ГГ. А, да. 5! Ну что, в принципе... Познакомились с режимом. Это круто. Хороший режим, ребят. Всем советую. С друзьями можно вчетвером собраться, группу и поиграть. Ну да, с друзьями вот. Вообще будет самая четкая тема. Может даже найдем кого-нибудь вдвоих, если поиграем. Ну ладно, в принципе, спасибо, что смотрели. В следующих выпусках мы поиграем на двух оставшихся картах. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были Рязан и Revolution. Всем пока, ребят.